Астраханский дуэт Тагир Юсупов и Регина Каримова стал победителем всероссийских рейтинговых соревнований по спортивным танцам. Турнир проходил в Астрахани. Воспитанники клуба «Лидер» заняли первое место в европейской программе. Всего в этой категории за награды боролись 39 пар из 11 регионов России. По сумме оценок за 5 танцев наши спортсмены опередили в споре за золото волгоградцев Станислава Баданова и Марину Борзенкову. В латиноамериканской программе Даниил Кузнецов и Татьяна Кузьмичева финишировали шестыми среди 43 пар. Астраханские танцоры хорошо выступили, были представлены хорошими результатами на этом турнире. В пятницу они уже выезжают на турнир в Москву, представляют наш регион на Кубке России. Это одна из ведущих пар нашего региона. Они мастера спорта России, танцоры международного класса. Мы надеемся, что они покажут хорошие результаты.